Новосибирске тоже устраняют последствия сильного снегопада из-за осадков. Там накануне ломались ветки деревьев, были повреждены линии электропередач, автомобили. В мэрии признаются, что не смогли вовремя предвидеть погодные катаклизмы. Прогноз, однако, неутешительный. В ближайшие 3 дня синоптики обещают много мокрого снега, от которого также могут снова ломаться деревья. Коммунальщики уверяют, что работают в круглосуточном режиме, чтобы ликвидировать все последствия непогоды.